75-летняя женщина, пытавшаяся перебежать шестиполосную автомобильную трассу, погибла под колесами мотоцикла «Ямаха». Трагедия произошла в последний рабочий день минувшей недели, вечером, в Сысерском районе Свердловской области на Челябинском тракте. 9 августа в 19 часов 40 минут на автомобильной дороге подъезд к Екатеринбургу от М5 «Урал» водитель, управляя мотоциклом, допустил наезд на пешехода, которая перебегала проезжую часть дороги с левой стороны на правую по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель мотоцикла был доставлен в 36-ю больницу города Екатеринбурга. В ходе начавшегося расследования было установлено, что мотоциклом «Ямаха» управлял 25-летний мужчина, направлявшийся со стороны Екатеринбурга в сторону Челябинска. Возле поворота к деревне Кашино на его пути оказалась отчаянная пешеходка, которая до этого пересекла одну трехполосную проезжую часть, разделительную полосу, и побежала через вторую проезжую часть. Зачем? Предположение только одно. Известно, что в этом месте Челябинского тракта идет бойкая торговля грибами, ягодами и урожаем собственных садов и огородов. Торгуют провиантом, как правило, те самые кашинские бабушки. Иного смысла перебегать оживленную дорогу, кроме как поменять место торговли, на ум не приходит. Как сообщили в госавтоинспекции, пострадавший в аварии мотоциклист был в мотошлеме, однако категории А в его водительском удостоверении, разрешающей управление мотоциклом, нет.